Ну не встанешь, значит повезем тебе. Это нереально сложно, это адская работа. Привет, мир! Ты на канале Black to White. И сегодня у нас заруба на ноги. Со мной Ванёк. Полгода не делал ноги, посмотрим, что из этого выйдет. А у меня вообще травма, у меня сломано бедро было и голень. Я тренировал ноги, но не так интенсивно. 100 повторений на минимальное количество подходов со своим весом. Соответственно, Ванёк 85 килограмм, у меня 70. Посмотрим, кто из нас сегодня победит. Давай, поехали! В глазах повелело после 25 повторений и жесткая отдышка, плюс давление, видать, кровь отлила, плохо слышать стало. Но ничего, это только начало. Давай, пробуй. Давай я тебе вот так вот. Тебе не понять. А, ну конечно, да. Этих чувств. Я то же самое сейчас делал, только со своим весом. Учитывая тот факт, что у меня порезанная нога. Вся порезанная, вот так вот. Давай, Вань, прелюдии много. Пробуй. Сколько сможешь. Давай, давай. Ну не встанешь, значит, повезем тебе. 30 с ноги, так что? Раз, два, шесть, семь. Нет, не старше, да? Ой, я говорил, не смотрю. 45. Моя очередь. Скажешь. Блять, пиздец. Какой раз был?
22-й. Даже. Прям вообще не даже. Тяжко. Достав. Все слепело, глаза. Давай, поехали. Сто. Как себя чувствуешь? Сто. Тяжело. Ничего. Ой, это жутко было. Да, ты просто ад. 100 приседаний за 5 подходов. Это нереально сложно. Это адская работа. И даже в какой-то момент не верил в себя, что смогу это сделать. Но мы сделали это. Мы красавчики.